Постановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Состав команды гостей. Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам. Постановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Состав команды гостей. Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам. Постановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Состав команды гостей. Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам. Бразильская футбольная команда «Какова» – отличное название для русского языка. Имела неплохие результаты, какова команда, да, и была неожиданно распущена приказом министра внутренних дел. Дело в том, что команда состояла в основном из полицейских, и во время матчей с ее участием на стадион прибывали целые наряды болельщиков в полицейской форме. Каково, Константин, а? Да, любопытно. Ты же понимаешь, что тогда в городе просто начиналась вакханалия. Уровень преступности и количество преступников возрастало, но зато на трибунах был тогда образцовый порядок. Мяч за боковую уходит. Мяч за боковую. Мяч за боковую уходит. Фатих Аксой. Хуан Фран. Бразильская футбольная команда «Какова» – отличное название для русского языка. Имела неплохие результаты, какова команда, да, и была неожиданно распущена приказом министра внутренних дел. Дело в том, что команда состояла в основном из полицейских, и во время матчей с ее участием на стадион прибывали целые наряды болельщиков в полицейской форме. Каково, Константин, а? Да, любопытно. Ты же понимаешь, что тогда в городе просто начиналась вакханалия. Уровень преступности и количество преступников возрастало, но зато на трибунах был тогда образцовый порядок. Мяч за боковую уходит. Мяч за боковую. Мяч за боковую уходит.